План из трех шагов, как сдавать экзамен в 4 или 9 классе. Первое, что надо научить, это управлять психоэмоциональным состоянием, когда ребенок умеет входить в состояние «я чемпион». Второе, это научить работать с информацией системно, поэтому у них должны быть тетради, которые позволяют им повторять то, что они выучили в течение учебного года. И третье, это как правильно писать такие схемы, алгоритмы, чтобы их легко было повторять. Я Нина Шевчук, здесь про эффективное обучение детей. Подписывайтесь, чтобы ваши дети учились в радости, без слез.